Если я гуляю по парку, то должно ли дизайнерское решение бросаться мне как-то явно в глаза, или оно совершенно незаметно, но при этом очень функционально? Где баланс? Все очень просто, все всегда ситуативно и зависит от тех задач и целей, которым преследует то или иное дизайн-объект и дизайн-решение. Если это арт-объект, какая-то инсталляция, какая-то там, крупная визуальная форма, она, конечно, имеет быть все основания яркой и заметной, люди будут на его фоне фотографироваться, взаимодействовать. Это очень интересно и станет интересным маркером продвижения этой локации и узнавания ее в Инстаграме и вообще в среде. Но если это, например, какая-то функциональная вещь, какой-то поручень, какая-то там, я не знаю, специальное покрытие, оно может быть и вполне себе органично вписано в среду и не бросаться на, как сказать, как все удобное, но не обязано, да, там, кричать об этом. Но оно будет удобно, эргономично, безопасно и так далее. Все зависит от задачи. Такой прямой задачи сделать все обязательно кричащим, ярким, говорящим о себе, конечно, нет, не стоит.